Да, одеты вы прекрасные, конкурсантки, девы, красы. Платья все, как с королевы. Покрасуйтесь, наши девы, и наряды покажите. Ну, а вы жюри судите. Я хочу вам рассказать, Александра меня звать. Родом буду я из Курска. На отлично я учусь. Люблю петь, танцевать, одним словом зажигать. Я веселая девчушка, а заодно хохотушка. Я вам расскажу о себе объективно. Умна, весела и во всем позитивна. Пою и танцую, люблю рисовать. И на цимбалах могу вам сыграть. Игрушки вяжу, а еще вышиваю. И с радостью маме во всем помогаю. И к новым победам всегда иду смело. А младшей сестренке хочу быть примером. Прошло совсем немного лет, когда свершилось чудо. Явилась я на белый свет. Стою на здесь сейчас и рада вам представиться. Стараться буду я для вас, чтоб всем жюри понравиться. Сейчас я вам немножко расскажу о себе. В свободное время я люблю играть с семьей в настольные игры. Например, в джинго или в монополии. Когда мама уходит по делам или в магазин, я начинаю делать уборку в квартире. В придачу готовлю омлет. Скажу по секрету, я умею делать пирожки. Назовите самого близкого к Земле звезду, полярную. Как зовут пушистого необычного персонажа с большими ушами? Я не знаю. У этой девочки голубые волосы, Мальвина. Какая птица любит стучать по дереву? Это дядя. Как звали попугая из популярного советского мультфильма? Гоша? Кеша? Что сказал Гагарин после старта космического корабля? Поехали! Как называется самая маленькая птичка? Колибри. От кого убежала посуда? От Майдедыра. В мультфильмах именно эти птицы приносят детей. Аист. Что находится позади летящей кометы? Хвост. Следующее конкурсное задание непростое. Называется «Подарок». Знаете, находясь тут, я поняла, что наши жюри будут очень довольны открытком. Наша школа очень творческая, не только в музыке, в танцах, но еще и рукодельничает она очень хорошо. Ребята, вы победили, какая тут красота. Солнце будет вот так вот погаситься, заборчик вот так, камешки вот так. Я буду говорить, а вы будете все показывать. Ну и да, мы, соответственно, ускоряем. Солнышко. Заборчик, камешек, заборчик, камешек, камешек, заборчик, солнышки. Вы очень большие молодцы, просто. Расскажи, кому открытку подаришь? Что тут написано? Микрофон, давай. Я эту открытку подарю Любовь Александровне. Тут нарисован корабль. Одинокий корабль. Я подарю всем жюри. Потому что я бы сделала две открытки, но не хватило времени. Какие вы молодец! Следующая нам свою открытку представит Милана. Буримы! Сейчас каждая участница выберет карточку и, используя предложенную рифму, сочинит стихотворение. Пришла весна красавица, не оставив в зиме кольцов, приводя аиста в стаи мискорцов. Ого, молодец, очень хороший ритм. Поддержим, громкий не аплодисмент. Спасибо, Александра. На дворе уже апрель, по лугам течет капель, по лесам текут ручьи, идем по улице и видим лужи. Вся природа светом дышит, и земля стала теплее, светит солнце для ручья.
говорят, хоть и гремит и гром. В грядке ему и горелки играют, птицы летают на небе голубом. За победу в номинации «Мисс Кокетка» награждается Сергеева Александра. Поаплодируем. За победу в номинации «Мисс Обаяние» награждается Барцевич Валерия. В номинации «Мисс Очарование» награждается Борисович.